Привет, дружочки-пирожочки, это Сафронов. И, знаете, у меня был обзор и на оригинальную, и на поддельную игрушку, где нужно было надувать ее, прикреплять к ней глазки, ручки, ушки, ножки, крылышки, всякие такие штучки. И вот что-то подобное, походу, я нашел сегодня вам на обзор. И это называется... Гонифабили или конифабили, как правильно называть, я думаю, напишите в комментариях. Вот такие штуковины. Похоже на какую-то еду, но это не еда, это вода. Нет, это не вода, это ролик мой. Не забудьте поставить лайк, кстати, если хотите видеть больше всяких замечательных и прикольных игрушек и сюрприз-пакетиков, вот такого рода ролики. Интересно вам, поддержите канал в сложные времена. Потому что YouTube ключит, вот это все, банит, блокирует, болеет, вот это вот. Ну, вы поняли, да, о чем я. В общем, давайте смотреть, что это. Да, к хорошему, давайте чему-нибудь прикольному, позитивному. Вот, лайк же вы поставили уже. Итак, что у нас здесь? Такая вот игрушка, приколюшка. По поводу стоимости поговорим в конце. Я вначале подумал, что это Майли Сайрус. Кстати, вот здесь нарисована. Знаете, кто это такая? Если знаете, то большой палец вверх поставьте. Не знаю, по какой-нибудь причине. И тут все вот такое вот написано. Что-то такое. Тани, Очи, Бочи, Ол, 3D, Тракути, Сингл, Лик, Криету. Я наверняка оскорбил сейчас кого-то, кто знает этот язык. Не знаю, какой это. Паланунничи, Унмондо, Ди, Аксессоризи, 3D, Эстикерс. Публика, Летюк, Креасьон, Гонфиабили. Гонфиабили, господи, боже. Делает это какой-то Дикитс. И давайте посмотрим, что внутри. Вот такая вот история. В общем, давайте откроем, посмотрим, что же внутри этих наборов. Итак, здесь у нас. Воу! Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 шариков. И вот такие же штуковины, как были в этих наборах, помните, которые надувать, они были в фикс-прайсе, название их напишите тоже в комментариях, или я напишу тоже их. Унис, по-моему, как-то они вот так назывались. Вот, что у нас здесь есть? У нас здесь есть бантик, хохолок, крылышки, звездочка и сердечко. Также здесь есть два вот таких вот смешных глаза, по всей видимости, на двустороннем скотче. И также здесь есть вот такая вот история, смотрите. Это у нас глазки различные, очень много прям всего. Глазки такие, глазки-сякие. Глазки вот такие, и всякие другие приколюхи, злые глазки, вот это вот все. Единственное, что меня интересует, это я взял 3 пакетика, и будет ли в них разный контент, а не сюрприз пакетики или нет. Я не очень понимаю, сколько их всего, я что-то не вижу информации. Тут какой-то 10 чего-то, 10 шариков, хотя почему, вроде 11 было. Ну ладно, не будем пересчитывать, но вы сможете это в видео сделать. Давайте откроем и посмотрим следующую историю у нас. Шарик, 1, 2, 3, 4, 5, 6. О, что-то новое. 7, 8, 9, 10. Здесь 10 шариков. Так, 10 шариков. Цвета, ну мы не... Здесь розовых, много розовых. Там было много красных, здесь больше розовых. Глазки такие же, как и были здесь. Но новые у нас какие-то детальки, они только по цветам или нет? О, нет, у нас тут вот ножки или ушки, или что это, рожки. Два новых каких-то хохолка, гребешка и вот такие вот какие-то завитушки. Разные совершенно, то есть вы можете сравнить вот эти и вот эти, они другие. Они, между прочим, если вдруг вы не видели ролик, они такие липкие, они должны липнуть на этот шарик. Мы обязательно сейчас сделаем, попробую что-то я проэкспериментировать. И давайте посмотрим. Так, а вот здесь наклейки одинаковые. Смотрите, шарики и наклейки, я так понимаю, везде одинаковые, потому что вот мы берем, где у нас с этими грустными глазками, да, мордочка, пчела, все вот это вот есть. Но вот части туловища разные. И сразу давайте вскроем, третий, может быть. Нет, давайте попробуем вначале третий чуть под конец, узнаем все-таки новый или нет, сюрприз какой-то будет. Давайте я попробую сделать что-то с этими штуками, потому что нам нужно надуть шарик и завязать его, а потом давайте сделаем на синем. Давайте вот на синем шарике. И...
Давайте надуем небольшой шарик, вот такой вот, и посмотрим, как он лепится. Точнее, даже сделаем два. Один сделаем синий, а один сделаем желтый шарик. Если хотите больше видеть обзоров с пакетиками и какие-нибудь эксперименты с этими, например, гигантский шарик надуем до разных цветов, попробуем сделать максимальное количество этих шариков из упаковки, то ставьте лайк, если хотите видеть еще подобные сюрприз-пакетики. Но мы сделаем такие небольшие. Так, теперь я возьму какие-нибудь приколюхи, точнее, один давайте сделаю я с глазками и с вот этими, а вот один сделаю я с наклейками. Полностью с наклейками. Попробуем наклейками все сделать, оформить. Итак, желтый у нас будет с этими глазками, с этими приколюхами. Но только давайте вот розовый сюда подойдет больше, мне кажется. И вот эти вот глазки. А вот этот сделаем с наклейками. Итак, время пошло. Я решил сделать это с вами. И посмотреть этот процесс. Потому что за кадром-то все можно прекрасно сделать. А тут как бы... Да... Как бы да. Вначале нам нужно как-то отклупонькать вот эту штуковину. Давайте сюда. Давайте. Шарик уже стал жутким. Окей, хорошо, с одним глазом. У тебя получается быть жутким. И со вторым глазом, я думаю, справиться с жутью не хуже. Так. 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 Отколупливайся, пожалуйста. Вот так. И давайте... Вот довольно близко посадим глаза. У нас шарик уже ожил. Че. Ну а теперь пришло время для супер штуковин. Что это будут? Допустим, у него это будут ручки. Я решил. Тут нужно убрать вот это лишнее. Оно не убирается. Просто так. Но да ладно. Допустим, это будут. Ой! Ручки. И прилепим мы их куда-нибудь сюда. И куда-нибудь сюда. Такой важный будет. Ну, а теперь все остальное. Давайте вот эти вот штуковинки. Давайте у нас будет он с иракезом. Вот с таким вот. И с продолжением этого иракеза. Вот с таким вот. Такие вот у него, такая вот прическа. И, конечно же, у него будет, давайте, это у нас будет нос. Так, подождите, у нас эта штучка залипла здесь, а эта штучка залипла здесь. Держите не очень идеально. А вот это у нас будет хвост. А это у нас будет хвост. Вот такой здесь хвостик сзади. Первый готов у нас чувак чисто с этими штучками и глазками. Они держатся, кстати, неплохо. Только я собирался записывать видео, и у меня все отвалилось. По крайней мере, отвалилась одна ручка. Ну, не то чтобы неплохо, средне. Давайте подождем еще. Может быть, именно это отвалится. А может быть, и остальные. Тем временем возьмем второго. И пусть он у нас будет грустный. Пусть он у нас будет грустный. Вот такой вот печальный рыцарь печального, шарик печального образа. Так. Этот ожил у нас и пошел на нас войной. Так, хвост отвалился. Да что ж такое? Перевешивает как-то. А, их же можно сделать еще и в другую сторону. Пишите, кстати, свои предложения, идеи, если хотите, мы продолжим с вами изучение этих живностей. Так, у нас глазик по одному. Вот так. Да, и как у нас это? Это как у нас? Это идет вот сюда. Это вот идет. Давайте второго сделаем точно такого же. Вот так вот, знаете, один глазик здесь наклеивается. Что-то я боюсь, что эти наклейки будут еще хуже держаться, чем присоски. И второй глазик вот здесь наклеивается. И он у нас вот такой. Пока он не грустный, пока он веселый. В принципе, можно взять какой-нибудь другой рот. Вот отсюда, отсюда. Или отсюда есть злой какой-нибудь, нет? Нету? Нету. Давайте вот с языком. Пусть у нас будет вот такой... Как называется? Ахигао? Простите. Так, так. Давайте, где у нас глаза? И вот такой вот. Вот уже веселенький, да? Что мы ему добавим? Добавим ее... А, вот Ахигао. Вот, ладно, все, молчу. Все, молчу. Тихо. Ну, я не знаю, что это значит, если что, я просто в песне слышал, группа Friendzone, вот там, они поют о таком вот,
не знаю. Вот. Так, у нас здесь вот эта штуковина. Дальше что у нас можно добавить? Можно добавить... Ушки-то есть где-нибудь? Только лапки. Я вижу звездочки. Корона есть. Можно добавить корону. Можно добавить. И добавим корону. Боже мой. Мы добавим корону. Слушай, ну этот шарик явно милее выглядит. Давайте сравним. Вот мы добавили корону. А можно еще какие-нибудь щечки? Что-нибудь еще? Какое-нибудь милое? Что-то такое? Это опять лапки. Довольно мало. Тут просто есть какие-то рандомные сердечки. Можно просто обклеить его. Можно сделать, что он будет смотреть на вас немигающими глазами. А, вот, давайте сделаем вот такие вот. Вместо щечек у нас будут вот такие вот здесь вот. Молнии радуги. Вот так. Так, этот чувак клеится к нашей красотке. Так, и еще возьмем вот такую штуковинку. И правильно, вот куда и вот сюда. Вот такой вот у нас шарик получился. И вот такой вот у нас шарик. О, да, этому не хватает явно немножечко детализации. А здесь у нас прям все отлично получилось. Довольно прикольно, шарик с наклейками. Давайте сейчас я за кадром сделаю один шарик, наверное. Нет, не буду ничего делать за кадром. Все хочу с вами делать. Лайк за лайфстайл, экшен, все дела. У нас, напоминаю, еще осталось много всяких вот таких штуковин. Можно апгрейдить того или сделать новый шарик. Ну и откроем третий пакетик, узнаем, будет ли у нас там повторка, или те же, или новые какие-то детали. Так, давайте сразу все достаем. И у нас тут... О, у нас... Вау, что это? Рога! Боже, какой-то бело-грязный цвет. У нас тут есть уши прям реальные, смотрите. Смотрите, прям большие уши, какой-то гребень, еще вот такой вот нос, два, и рог. Класс. Новые, все три новые. Но цвета шариков одинаковые, а наклейки... И наклейки должны быть такие же, да? Наклейки точно такие же. Только, короче, отличаются набор цветов шариков. Ну, например, набор тот же, соотношение. И вот эти вот липучки. Поэтому делаем сейчас еще один шарик. Ну, у нас тут очень много розовых. Они прям просятся. Давайте будет такой микро. И сделаем его... Смесь, микс из вот этого всего. Давайте сделаем микс. Сейчас для вас сюрприз будет микс. Вы пока лайк влепите, на всякий случай. Но перед тем, как, потому что потом я боюсь, что вы не сможете. Поклоняйтесь мне. Та-дам. Ну вот какое-то вот такое существо получилось, довольно жуткое. Ну что ж, я вам скажу, все детали почти держатся, иногда отлипают какие-то, но в целом, как бы для фигнюшки, игрушки, безделушки из пакетика, даже лучше иногда, чем на тех шарах держится, знаете, вот можно, видите, по уху стучать, оно не отвалилось. Иногда отваливается сами по себе, не знаю по какой причине, но, возможно, нужно чуть лучше прилепить, вот так немножечко, раз-раз-раз-раз-раз-раз, и вот это вот все. Но! Вот такой пакетик стоит 170 рублей, и, в принципе, в нем много веселья, много различных штук, наклейки даже держатся, смотрите, даже тут пока держатся всякие эти штуки, и с этими шариками довольно весело взаимодействовать. Опять же, много шариков, короче, это выглядит ярко, празднично, весело, и эта штуковина, несмотря на то, что есть непонятки, недостатки, я бы даже не знаю, как их назвал, но... Полно шариков, вот из трех вот этих вот вещей, я думаю, что можно играться и менять вот это вот все, и на более дорогие игрушки просто в этом плане не тратится, то есть попробовать как, или, знаете, как тестовое, перед тем, как Унис, в Унис еще липкие шары, к ним лучше липнет, но в Унис липнут шары, к ним липнет и грязь, и пыль, и все остальное, здесь будет только вот к этим штуковинам липнуть, так что... Если выбирать Унис или вот эти, я бы, наверное, выбрал больше вот эти. И уж тем более не Унис из фикс-прайса. И оригинальные довольно дорогие, но если какой-то акция распродажи, то там прикольно, они надуваются из маленьких шариков, есть свой прикол. Здесь как бы упростили этот момент, но он и дешевле, и, в принципе, доступнее, и много всяких. Плюс наклеечки можно использовать где-то еще в всяких журналах, дневничках и во всех остальных местах просто где-то наклеить. И просто можно своих чудиков создавать. Можно создать даже, я думаю, что какую-нибудь гусеницу с таким, связав эти шарики как-то. Короче, есть какие-то вариации. Если хотите видеть подобные пакетики или новые какие-то обзоры,
то лайк под этим видео. Спасибо, поддержку. Я этих нашел, ну, вот, можете по названию, я название, наверное, в ролике закреплю. Или где я в глобусе нашел. Ну, они, наверное, в этих палатках, печать, вот это вот все продается. Все, на этом все. Пока-пока. Спасибо за просмотр и поддержку. Удачи.